месяца два тому назад перед первым чтением законопроекта, который ведет правительство, а еще лучше даже перед внесением правительством этого законопроекта. Потому что до сих пор мы не видели, чтобы на одной площадке граждане, депутаты, представители власти говорили, обсуждали эту очень больную для наших граждан проблему. Вячеслав Викторович, хорошо, что мы такие парламентские слушания проводим, но не могу не сказать, вот я сейчас выступаю 15-м. Из 14 предыдущих выступающих четко свою позицию заявил Геннадий Андреевич Тюганов против этого антинародного закона. Михаил Викторович Шмаков, по крайней мере, упомянул, что 90% членов Союза против этого законопроекта. Владимир Вольфович был вообще против всего, но в конце сказал, что стариков трогать не надо. Мы знаем, что фракция ДПР голосовала против, мы считаем вроде тоже сюда же. А все остальные только за. Как-то баланс-то у нас не очень хорошо получается. А ведь действительно 90% граждан нашей страны категорически возражает против принятия данного законопроекта. Я с этой трибуны уже неоднократно говорил контрдоводы, говорил, где взять деньги, только нужно проявить политическую волю. Говорил о том, что нет ни экономической, ни социальной, ни политической особенно необходимости принимать в таком режиме спецоперации этот законопроект. Потому что последствия будут очень тяжелые.